Доброго вечора. Ви дивитесь програму Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Це перший випуск нашої програми на телеканалі Київська Русь. Ми можемо зустрічатися з вами щодня. Ми хочемо зустрічатися з вами щодня з понеділка по п'ятницю і говорити про те, що цікавить та хвилює усіх нас, українців. Перше і найважливіше для будь-якої країни та будь-якого народу - це питання миру. Держава, в якій іде війна та щодня гинуть люди, не може бути успішною та щасливою. І сьогодні ми почнемо шукати відповідь на питання, як досягти миру в Україні. Я щойно повернувся з Варшави, де проходила найбільша в Європі конференція з прав людини. Щоосені бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини, скорочено БДІПЛ, організовує в Варшаві нараду ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань, присвячену людському виміру. Я й минулого року був учасником цієї щорічної наради. Про Україну говорили здебільшого в контексті свободи слова та ситуації на сході країни. Ми намагалися в свою чергу зрозуміти, як Європа та Захід бачать вирішення конфлікту на Донбасі. І замить про це детально. Європейська та світова солідарність з Україною залежить насамперед від ваших дій. Ні в Молдові, ні на Україні, нігде либо ще. Розобщенність не побороть, поки люди не поймуть, що це нічто більше, ніж плод пропаганди. По даним управління Верховного комісара по правам чоловіка ООН, Украина прежде всего виновна в нарушении права на жизнь жителей Донбасса. Отже, мова ненависті, камуфляжно-шароварна пропаганда чи порозуміння та інклюзивний діалог? Військовий сценарій чи все ж дипломатичний шлях? Хто і що принесе мир в Україну? Сьогодні про це поговоримо з політологом, директором Інституту стратегічних досліджень Андрієм Єрмолаєвим. Андрій Васильовичу, у мене особисто в Варшаві склалося враження, що Захід втомився від України, від її проблем, від того, що в нас така незрозуміла ситуація. Причому президент Польщі, до речі, Олег Валенса, лауреат Нобелівської премії миру, нині просто політичний пенсіонер, він, зокрема, дав зрозуміти, що час уже Україні самим розібратися і самі виробити якісь конкретні дії для досягнення миру. Послухаємо, будь ласка, пана Валенсу. Очевидно, що розвиток подій на Донбасі підготував Росію до іншого сценарію, і тому вимагає трохи більше часу для завершення конфлікту. Європейська та світова солідарність з Україною залежить насамперед від ваших дій. Щойно проходила ще одна велика подія, це 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН, на полях якої було чимало важливих заяв щодо України та конфлікту на Донбасі. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вже в найближчі тижні відбудеться саміт нормандського форматі щодо регулювання конфлікту на Донбасі на рівні глав держав та урядів. Свого боку, канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, які спрямовані на встановлення миру на сході, і також наголосила на важливості ретельної підготовки зустрічі в нормандському форматі для досягнення ефективних результатів. Відповідно, президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку, власне, як і в своїй інавгураційній промові, заявив, що для України найперша мета – це разом з міжнародними партнерами політико-дипломатичним шляхом домогтися повернення територій, припинення війни і панування миру. Але тут є питання, яка перспектива зустрічі в нормандському форматі найближчим часом, коли Україна та Росія продовжують виносити свої вимоги? І, зокрема, не можуть зійтися на так званій формулі Штайнмайера. Андрію, який ваш прогноз? Чи піде Україна на те, щоб надати особливий статус територіям Донбасу, які зараз не підконтрольні Україні? І, взагалі, яка перспектива врегулювання ситуації на Сході? Я, мабуть, почну з важного. Можно, конечно, представлять себе участников вот геополитических процессов в образе эдаких больших существ, как когда-то в эпоху Возрождения на фресках и картинах изображали, например, в облике див Азию, Европу, Африку. Но реальная жизнь, она сложнее, и конфликт в Украине, который все чаще уже воспринимается действительно как полноценная война с большим количеством участников, не только с участием
сепаратистских вооруженных сил и Украины, но и с присутствием российской стороны в виде добровольцев, там, командировочных, с присутствием спецслужб и наемных, так называемых, диких гусей с других стран. Он стал интернационален по составу, это интернациональная война. Но еще и потому, что у каждой войны есть определенный контекст. Да? Контекстом событий в Украине стали не только внутренние процессы кризиса, смены власти, разные позиции в регионах людей, воспринимавших события на Майдане и после Майдана. Но они стали еще и частью большого процесса выхода из кризиса, когда каждый конфликт поощрялся и поддерживался еще и с корыстной целью национального бюджета. Посмотрите за последние несколько лет, как выросли военные бюджеты, как увеличились объемы заказов. Целый ряд армий наших стран-соседей в контексте, опять же, и по ходу войны в Украине смогли объяснить новые затраты, например, на размещение новых вооруженных сил, связанных с ракетным вооружением. Я говорю и о Румынии, и о закупках, и бронетанковой техники, и ракетных вооружений, о Польше. Огромные военные бюджеты, военные программы сформированы в Европейском Союзе и достаточно амбициозные по созданию новых образцов вооруженных сил уже для европейских производителей. Но я же не говорю о том, что происходит с военным бюджетом в России и в Соединенных Штатах. Так что оказалось, что война в Украине крайне в кавычках полезна странам, которые с помощью мобилизационных программ будут преодолевать последствия еще недавнего глобального кризиса. Но это полбеды. Вопрос состоит еще и в том, что благодаря таким кровавым конфликтам, как война в Украине, реализуется и глобальная конкуренция за рынки, за вытеснение конкурента, за освоение и привлечение новых инвесторов, за ограничение конкурента. Политика санкций. Ведь это универсальный инструмент во все времена, связанный с ограничением торговых и производственных возможностей одних, наращиванием своих. Чи правильно я вас розумію, що санкції бувають слабші? Такі ситуації, санкції антиросійські, вони діють в першу чергу проти України? Да, дело в том, что Украина, вот мы часто даже с обидой говорим и пишем в своих текстах о том, что вот Украина в лице наших дипломатов или политиков опять оказалась там не в центре внимания, на вторых ролях, хотя, казалось бы, да, война в Украине в топ-событиях мировых. Но и это не случайно, потому что по большому счету идеологический смысл и значение войны в Украине для мира исчерпан и потерял всякое значение. Все, что каждый из игроков хотел достичь, например, ущемить конкурента, освоить военный бюджет, достигнуто. Теперь, в 2019 году мы видим, что потери от так называемой малой холодной войны начинают уже превышать расчеты. И лидеры ведущих западных, европейских, кстати, и азиатских государств чаще заговорили о том, что этот конфликт мешает развитию. Заговорили о необходимости новых планов и даже принуждения к сторон к переговорам. Поэтому тут украинскую мову не хочешь мусишь. Нас принуждают к переговорам в условиях, когда конфликт, кровавий конфлікт, ісчерпав своє глобальне значення. Ну і внутрішній потенціал. Ні, ну, мене цікавить така ситуація. Все ж таки, якщо Європа бачить нас потенційного конкурента по трудових ресурсах, по економічних перспективах, то, відповідно, вона була б зацікавлена в цьому вялотекучому конфлікті. А при чому ж тоді нормандський формат, повертаємося знову до того питання, значить, що нормандський формат, він на вигоду Європі, але проти України? Я постараюсь кратко, но тезисно тогда изложить вот в свою точку зрения в отношении вот этой большой подноготной войны. На протяжении последнего десятилетия мы были и свидетелями, и невольными участниками и кризиса, который разворачивался в структурах того, что раньше называли Большим Западом. Оказался неэффективным и теряет свои возможности развития военно-политический союз НАТО. Особенно последние конфликты в арабском мире, иракские. Европа не хочет платить в НАТО внесок. Дело не только в деньгах. Ведь по факту оказалось, что военно-политический лидер этого альянса, втягивая своих союзников в разнообразные военные авантюры, решает свои вопросы. Ну, например, нарушая и даже блокируя интересы компаний стран-партнеров, подгребая под себя рынки или блокируя территорию развития. Вот в этом смысле Ирак для меня очень яркий пример того, как, в кавычках, благодаря кровавой войне в Ираке в свое время были отжаты интересы европейских и китайских компаний по добыче, развитию
сырьевых ресурсов западного Ирака. Вот если вы вспомните карты перспективных месторождений и главных инвесторов западного Ирака, вы увидите, что там французы, китайцы, русские. По факту война в Ираке заблокировала вообще перспективу развития этой части Ирака, законсервировала целый ряд заявленных транзитных маршрутов, связанных с поставками нефти и газа в Средиземноморье. Вот таким нехитрым образом, прикрываясь. Ну, с Украиной та же история. Ну, зрозуміло, там Америка заробила в Іраку зараз. Я понимаю, что сам вольно-невольно использую язык того, что я критикую, язык, я называю, экспертного популизма. Но раз уж так получается. Война в Украине оказалась выгодна тем, кто не был заинтересован в быстром, динамичном развитии континентальных интеграционных процессов, которые были заявлены 10-15 лет назад. Хочу напомнить, что даже часть нынешних лидеров европейских государств, лидеров Евросоюза, были заинтересованы в создании того, что называют сейчас на конференциях единым континентальным экономическим пространством. Кстати, этот термин использует госпожа Меркель и неоднократно, говоря о том, что нам необходимо в будущем сформирование единого экономического пространства с Россией, странами, которые объединены в Евразии, и в перспективе даже с лидерами Азии. В языке, например, китайской геостратегии это выражено в проекте Большого шелкового пути и так называемого моста дружбы. Этот термин реже используется, но его использует лидер Китая Си Цзиньпин, говорил о будущем торговых, не только торговых отношений. Формирование единой континентальной экономической, транспортной и гуманитарной инфраструктуры позволило бы странам-лидерам за короткое время выйти из того кризиса, который мы переживали последние 10-15 лет. Это если бы на Украине была спокойная территория. А вот такие кровавые войны и оборудки, которые частью участниками невольными, которых оказались все украинцы, создали возможность, можно сказать, купирование, блокирование этого процесса. Ведь появление нового санитарного кордона по старому, да, по старой границе Центральной Европы, политика санкций, приостановление даже отказ от ряда инвестиционных проектов, связанных с производством и резкое сокращение товарооборота. Это все заблокировало процесс формирования этого пространства. Реально не використовується потенціал України, геополітичне розміщення України. Украина в этом смысле не является ключевым игроком. Более, не надо, давайте так, перестанем надувать щеки и поймем, что мы могли бы быть одним из многочисленных элементов этого проекта. Но война в Украине блокировала континентальный процесс в целом. Где-то полгода назад я и мои коллеги выступили с большим документом «Хельсинки-2» и «Новое континентальное мышление», где речь шла о том, что не только прекращение войны, но и восстановление диалогового процесса по формированию общего экономического пространства стран Евросоюза, стран Евразес, стран ШОС и стран, которые занимают, ну, скажем, позицию балансира или нейтральных стран, таких как Украина, это то, чего ждут сейчас от Украины. Я называю это политикой глобальной ответственности. Вопрос остается другим. А с чего начинать, учитывая, что в Украине война физически длится 5 лет, сил, которые взяли бы на себя ответственность за прямой диалог и договорные отношения, до последнего времени в политике не было, она господствовала партия войны Порошенко. А все попытки предложить планы, ну, скажем, такого продуктивного и быстрого мирного процесса, да, быстро определялись как вражеские, шпионские, сепаратистские. Ну, вообще, некоторые слова даже в суе нельзя было произносить. У нас даже определенные подходы законодательно ограничены, потому что ты моментально подпадаешь, что чуть ли не под врага народа. Что касается 2019 года. Вот, начиная еще с первых сигналов, да, 18-го, например, встреча в Хельсинки Трампа и Путина, подготовка и проведение встречи G20, которая стала, ну, своеобразным таким знаковым. Украине был дан сигнал. Либо вы сами возьмете на себя ответственность за новый переговорный процесс, либо, по сути, вас принудят к миру. В моих глазах то, что сейчас реализует офис Зеленского, сам господин Зеленский, не столько является личной какой-то инициативой, сколько скорее отражение и результат давления на позицию Украины, принуждение к мирному переговорному процессу. Поэтому и план возник Штайнмайера, а не план все ж таки, Украины. От, поясніть нашим глядачам, що чекати Україні і українцям від нормандського формату? Я думаю, что в отличие от предыдущих чисто декларативных посиделок, от следующей встречи, первое, нужно ожидать документа,
котором будет не только декларативное, но и императивное положение, то есть обязательства сторон, связанные с этапами и процедурами достижения мира в Украине, где каждая из сторон несет свою долю ответственности. Россия, Украина, как страна, в которой, собственно, война происходит, и страны, которые являются дипломатическими, финансовыми и политическими гарантами. Этот документ, на мой взгляд, сделает куда более дееспособным и эффективным минский формат, в котором контактная группа вырабатывает проекты решения. Потому что на основании обязательств участников нормандских переговоров уже законодательные органы, дипломатические корпусы, вооруженные силы будут обязаны реализовывать меры, связанные с мирным урегулированием. И на первое место я бы поставил достижение устойчивого перемирия по периметру конфлікту. Дякую, бо це якраз найважливіше, бо поки говорить зброя, гинуть мирні люди. Гинуть мирні люди по обидва боки. Вот тут важный момент, он кажется мелочью, но существенный. На любых переговорах, я думаю, что мои коллеги, эксперты, политологи, да и политики, участвовавшие в многочисленных неформальных контактных группах, связанных с выработкой предложения, подтвердят. Все эксперты, кто участвовал в помощи в мирных планах других государствах, вот в диапазоне от Югославии, там, Индонезии до Колумбии, утверждали, что вообще нулевой точки, когда нет ни одного выстрела, особенно в конфликтах масштабных, в которых участвуют вооруженные силы численностью десятки тысяч вооруженных людей с огромной границей и большим реальным оборотом живой силы и товара, рассчитывать, что будет день, когда вообще не будет стрельбы, просто бессмысленно. Почему? Потому что в действиях, где используется оружие, участвуют, к сожалению, не только сами вооруженные силы. Криминальный мир, контрабандные пути, которые часто сопровождаются да, безопасностью, провокационные действия двух сторон, действия разведки и ДВРГ, которые часто потом сопровождаются какими-то спонтанными вспышками. Все это ведет к тому, что в ходе развязывания конфликта мирный процесс должен проходить параллельно даже самым, казалось бы, подрывным и кровавым событиям. Это важно учитывать, потому что часто спекулируют стороны переговоров на том, что пока идут, пока стреляют, значит, мы не можем реализовывать меры по мирному плану. Не так. Главное, чтобы начали последовательно реализовывать обязательства вооруженной силы и спецслужбы, отказавшись и от присутствия тяжелого вооружения и регулярных сил на оговоренной, условно, санитарной полосе. Mm-hmm. Второе, необходимо четко соблюдаемые протоколы действий спецслужб, связанных с ДВРГ и разведкой, чтобы не допускать взаимных провокаций. Ну и третий момент. Необходимо какая-то, вот это популярное слово, модальность по обеспечению правопорядка на полосе перемирия на время последующих действий. Але ви ж погодитеся, що, на жаль, ні з українського боку, ні з боку ДНР, ЛНР, вони не є суб'єктами, вони є об'єктами. Відповідно, це геополітична гра між Америкою і Російською Федерацією. Відповідно, там інтереси враховуються Євросоюзу. Так. І я до чого веду? Ще, фактично, президент Зеленський, він ще нещодавно носив оці всі браслети на знак жалоби і солідарності з нашими хлопцями військовими, які віддали життя на Донбасі, там виконуючи накази його президента як головнокомандуючого. Але браслети на знак жалоби за мирними загиблими не носить ніхто, а гинуть мирні люди. І більше того, про це якось навіть і не прийнято говорити, про мир, втрати серед мирного населення. На Донбасі, я мав на увазі на непідконтрольній Україні території. Будь ласка, ми зараз послухаємо один дуже важливий для мене вислів людини, яка в курсі, що дійсно твориться на Донбасі, а потім ми з вами обговоримо. Будь ласка. По даним Управління Верховного комісара по правам чоловіка ООН, Украина прежде всего виновна в нарушении права на жизнь, физическую неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, защиту от дискриминации, основных свобод и социально-экономических прав жителей Донбасса. По результатам мониторинга Управления Верховного комиссара за 2018 год оказалась вот поразительная цифра, о которой почему-то наши политкорректные европейские и многие мировые друзья никогда не говорят. От артиллерийских обстрелов
в 2018 году 77,6% жертв были зафиксированы на территории контролируемой, ну, в документе идет вооруженными группами, то есть это территории ДНР и ЛНР. Ну и, соответственно, есть ссылка на то, что вероятнее всего это вызвано действиями украинского правительства. Со стороны самопровозглашенных республик эта цифра 17,9%. То есть разница более чем в 4 раза. Но на это традиционно никто никогда не обращает внимания, особенно на международных площадках. Нагадую, від початку військових дій на Донбасі загинуло понад 3300 мирних українців. Мирних українців. Згідно з доповіддю ООН, тільки за 3 місяці через бойові дії на Донбасі загинуло 8 осіб. 4 чоловіки та 4 жінки. 60 людей отримали поранення, серед них 9 дітей. Нагадаю, з 21 липня діє режим припинення вогню. Пане Андрію, як тоді можна пояснити ситуацію, що буцімто ми, чи не випереджуємо, ми буцімто говоримо про нормандський формат, а ми навіть елементарного першого пункту, тобто зупинення вогню, не можемо виконати? Учитывая, що ми маємо діло з інформацією, яка подається офіційно, там по лінії штабу АТО, або по лінії там, Міноборони і істочниках, і інших істочників, по существу нет. Мне очень сложно говорить, соблюдается или не соблюдается, потому что каждая из сторон реализует свой интерес, часто прикрывая действия, которые нам неизвестны. Я не знаю. Для меня важно то, что было принято политическое решение о прекращении огня. Стороны с этим согласились, и наблюдатели фиксируют, что, ну, может быть, неполноценно, но в какой-то последовательности стороны начинают соблюдать договоренности. То, что это сопровождается периодическими провокациями, гибелью, наверное, это предмет отдельного расследования. Я не исключаю, что с каждой из сторон есть силы, которые пытаются противодействовать этим договоренностям, даже подрывая достигнутые договоренности там, с помощью провокаций. У меня просто нет для этого достаточно информации. Но я хочу сказать о другом. Вот почему я так эмоционально отреагировал на сказанное вами про объекты, субъекты. Но мы же не твари бессловесные. Знаете, за что не уважаю часто Украину, украинскую дипломатию, точнее, украинских политиков? Да потому что каждый раз, когда наступает момент, когда нужно брать на себя политическое решение, то ли связанное с реформой, то ли связанное с войной и миром, то ли связанное с международной ответственностью, украинские политики начинают разводить руками и говорить, вот мы тут маленькие серые убоги, а нами играют большие игроки. Послушайте, да не играют, потому что Украина, а точнее украинская власть, постоянно превращается в этакого младенца, который, ну разве соску ему еще дать. Убежден, что в мире уважают сильных. Никто украинским политикам, тем более никто украинскому режиму, власти не запрещает и не мешает установить свои форматы переговоров, как внутренние, так и с внешними партнерами. С Россией, с ДНР, ЛНР, с Европейским Союзом. Никто на самом деле не ограничивает нас в инициативах, связанных с миротворческими действиями на поле огня. То, что мы прикрываемся постоянно некими внешними гарантиями, условиями, помощью, говорит лишь о том, что здесь нет либо воли, либо желания действительно заниматься миротворческой деятельностью. У меня есть объяснение, почему. Будь ласка. Послушайте, на Донбассе даже сейчас, ну, по тем данным, да, которые мы, после огромной волны переселения, как на основную часть территории государства, так и на территорию Российской Федерации, в другие страны, около 4 миллионов наших соотечественников. Это страна. Огромная страна, которая 5 лет живет какой-то своей сложной, кризисной внутренней жизнью, которой руководят не признанные никем, но органы, которые считают себя органами республик. С точки зрения ну, как бы возвращения вот этого большого пространства, мало только убрать танки, и как-то вот отвести в сторону, да, или вот как-то игнорировать людей в политике. Я могу только эти 4 миллиона людей с психологическими травмами, со своими взглядами на произошедшее, со своими обидами. И на самом деле вопрос мира – это не только вопрос торговли, грубо говоря, давайте с друг другом торговать, поставок угля и оплаты пенсии. Это еще вопрос
психологического взаимопонимания, прощения, вот этого, если хотите, гуманистического взаимоприятия. Сложнейшая задача. Когда я смотрю на тех крикунов, которые все эти 5 лет упражнялись, делали себе политическую карьеру на войне, одновременно тыря, выводя в офшоры, знаете, одной рукой подписываются меморандумы, а другой рукой укладывается кэш с оборонного комплекса. Я отдаю себе отчет о том, что 99% их людей даже до Северодонецка теперь не доедут. Да просто потому, что они стали воплощением зла, войны, неправды. Среди тех, кто сейчас упражняется, уже представляя новую власть, тоже много тех, кто должны подумать, какие они слова используют. Оскорбительные часто, уничижительные. Послушайте, они хотят участвовать на будущих выборах в ДНР, ЛНР. Посмотрел бы я, как они выдвинутся по мажоритарным округам там. Это хорошо прикрыться партийным брендом, там, не знаю. Но партия не програла. Слуги народа, там каких-то еще партий. Пусть они попробуют получить поддержку избирателей в Донецкой, Луганской областях, если такая возможность будет, лично. Потому что, как бы мы ни говорили о информационной блокаде, на самом деле и в Донецкой, Луганской областях следят за событиями в Украине, знают всех в лицо, слышат слова, помнят все оскорбления, знают всю неправду. Ну как можно сопоставить, например, заявление известного олигарха в российской прессе о том, что в конфликте погибло, по приблизительным там прикидам, более 30 тысяч людей. И президент сейчас с трибуны Генеральной Ассамблеи опять называет цифру 13 тысяч. Послушайте, но это не смешно, подобный разрыв. Так сколько все-таки погибших? Кто эти люди? Как они похоронены? Почитали их память? Ведь среди этих тысяч часть людей, участвовавших в вооруженных силах, в военных действиях, но большая часть — это гражданское население. У Варшаві на конференції ОБСЄ зібралися правозахисники з різних країн. І, зокрема, цікавою була позиція представників Молдови. В них є досвід Придністрові. І от що важливо, кажуть наші сусіди, перш ніж запрацюють там мінські, нормандські і будь-які інші формати, українці мають почати розмовляти один з одним. Та не бути покірними жертвами пропаганди з одного та з іншого боку. Якраз ми повертаємося до мови ненависті і те, що коли, скажімо, на КПВВ, на пункті перетину, пенсіонера змушують принижено чекати в черзі свої зароблені пенсії. Але, будь ласка, послухаємо якраз представника Молдови Анну Урсакі. Выход – это дверь. Да? Значит, где выход, там и вход. Если честно, мое мнение, и это поддержано очень многими экспертными оценками, то, что все эти конфликты раздуты искусственно. В вашей стране, в нашей стране на протяжении очень долгих лет гибнут и страдают люди из-за искусственного создания вот этих межэтнических, межнациональных, геополитических войн и раздоров. Целостная Украина – это Украина, которой вернутся ее земли. Это Украина, которая будет единым государством, суверенитет которого признан всем миром. Целостная Молдова – это Молдова, которая включает в себя Приднестровье. Но ни в Молдове, ни на Украине, ни где-либо еще разобщенность не побороть, пока люди не поймут, что это ничто больше, чем плод пропаганды. Сколько времени пропаганда будет жива, ни одна из комиссий ни в Минске, ни в Вашингтоне, ни в Варшаве, ни в Брюсселе не поможет решению этих вопросов. Каждый раз, когда к власти будут поставлены серьезные вопросы о благосостоянии, об образовании, о медицине, о правоохранительной и судебной системе, которые должны работать как часы, чтобы люди наконец-то поняли, что они живут под защищенным небом и дышат защищенным воздухом. Как только такие вопросы будут к власти предъявлены и что-то будет не так в этих системах, обязательно людям вечером покажут по телевизору, что существуют зоны конфликта, что существует мотив для разобщения, существует национальная рознь, существует языковая рознь. Отже, чи реально оці наші людські прості стосунки і перемовини між простими людьми – це ключ до вирішення конфлікту? Ну, наверное, действительно, нужно немножко поубавить эмоции, хотя для меня вопрос войны, мира и разговора о миротворческом процессе за эти 5 лет действительно уже раздражитель. Я устал от вранья, пафоса, но смотрю все-таки на нормандский формат будущий и будущие переговоры, как четырехсторонние, там, возможно, с каким-то плюсом, так и двусторонние с руководством Украины, руководством России, как на шанс. А если есть шанс, его надо использовать. Вопрос остается в том,
что можно продумать, предложить, да, и как можно поддержать этот процесс. На мой взгляд, если действительно нормандская группа, и это важно, что это будет решено вот в этом европейско-украино-российском формате, а не в так называемом атлантическом. Нам не Ялта нужна, нам нужно решение украинского вопроса, вопроса в большой Европе. Это важно символически и политически. Если мы получим действительно обязательства сторон документально подтвержденные и будет перезагружен, станет более эффективным Минский контактный процесс, где будут уже вырабатываться проекты решения. К чему мы должны быть готовы? Мы должны быть готовы не просто к абстрактным пунктам, а к детальному, пошаговому плану реализации взятых на себя обязательств. И не только законодательных. Я привожу очень простой пример. Предположим себе, что в этих обязательствах, и неважно, чем именем назовется такой, да, такой план, будет некая промежуточная точка, связанная с перезагрузкой власти на Донбассе. Ну, во-первых, нужно учитывать, что нужно найти какую-то правовую формулу завершения работы никем не признанных, но тем не менее функционирующих республиканских органов. Мое предложение сделать возможным, чтобы эти органы, народное собрание, президентура, сами приняли решение, легитимное решение о завершении своей каденции и признали будущие выборы в органы регионального самоуправления как следующий этап вот, ну, политического процесса. Это важно, потому что там десятки людей, и далеко не все из них принимали какие-то преступные решения, уж тем более участвовали. Ну, это мы в курсе. Второй момент. Синхронность политических действий по подготовке выборов, ну и законодательное обеспечение, с экономическим деблокированием и деблокированием гражданского пространства. Ведь у нас еще огромное количество прав наших сограждан ограничено из-за проблем с перемещением, получением социальной помощи, правом на работу, ведение бизнеса. Это есть шаги по восстановлению единых пространств, гуманитарного, гражданского, экономического. Блокаду в свое время легко было организовать, а вот демонтировать ее намного сложнее. И план, связанный с мирным урегулированием, вплоть до будущих выборов и наведения порядка на территории и границе, теперь должен быть синхронен с мерами по экономическому блокированию. Не все и сразу получится. Хотите пример? Очень простой. Пожалуйста. Предположим, мы выходим к декабрю, ну, к какому-то видению, да, когда возможны выборы на Донбассе уже с согласованным переходным украинским законодательством. Но для его обеспечения нужна хотя бы минимальная финансовая инфраструктура, грубо говоря, при формировании избирательных комиссий, финансовых расчетов. Значит, это должно сопровождаться размещением филиалов украинских банков, наверное, государственных. Но с этим проблема, я с вами погоджусь. С этим связано и другое. Если возникает сама возможность номинальная банковских услуг, наверное, это шаг к восстановлению единого денежно-финансового пространства страны, связанного с расчетом денежной в гривне, а это и доступ к тем самым финансовым услугам для населения, пенсии, социальные выплаты. Погодимся. То есть вот из этой ниточки тянется целый клубок, Я с вами погодимся. Других зараз задач, ще, которые можно... Вот я жду, во-первых, я жду от того, что когда я слышу там план Зеленского, план Гончарука, не знаю уж кого, план Ермака, что речь идет о подобного рода логистике, продуманной, пошагово, которая, может быть, не привязана к дню, но которая разворачивает действия украинской власти как реализацию обязательств по миротворческому процессу. А второе, уверяю вас, что с нашей стороны, со стороны вот моих коллег и партнеров, мы готовим такое предложение встречно. Мы готовы предложить, будем к моменту нормандской встречи, свою визию, как стоило бы поступать. Ну и то, с чего вы начали, информационная война. Да пора уже, я об этом говорил из... На пресс-конференциях пора уже медиа-менеджерам без оглядки на своих собственников инициировать проведение своеобразного медиа-форума ведущих СМИ, которые слышат, которые уважают. Нужен профессиональный разговор, связанный с тем, как демонтировать язык войны внутри страны. Ну і такий же посил, такий сигнал нужен і в Росії. Дякуємо, дякуємо. Зараз ми переходимо, зараз хочу, щоб ми почули ще один коментар, якраз щодо можливості дати українцям по обидва боки лінії розмежування право на самовизначення. Когда я встречаюсь с европейскими политиками и обсуждаю эту тему, я им говорю, слушайте, а если вот эти вот непризнанные республики, как вы называете, завтра поднимут флаг Европейского Союза?
Вы их признаете или нет? И тут европейские политики начинают приседать, пританцовывать, потому что было бы здорово, это же Европейский Союз, а то все, что связано с таможенным союзом, экономическими отношениями с Россией, Европейский Союз не хочет признавать. Поэтому в очередной раз говорю, дайте гражданам Украины на самоопределение во имя сохранения жизни. Ну, по сути, мы уже как раз обговорили эту тему. Я всегда отмечал, что украинские политики и эксперты почему-то, несмотря на, с одной стороны, с гонором и завышенным самомнением, а с другой стороны, постоянно плетутся в хвосте чужой повестки. Вот что разрешено или какой ориентир, да, так и пляшем. Через 10-15 лет, вот мы можем даже зафиксировать, да, вот эту позицию, через 10-15 лет серьезный международный диалог о формировании общего таможенного пространства, мультивалютной корзины на континенте, это уже будет предмет повседневных переговоров. Верим, поэтому, сподеваемся. Когда я слышу, давайте вот определимся к таможенному или не к таможенному, да это язык 15-летней давности. И я думаю, не сделаю открытие, если скажу, что в нынешнем качестве Евразэс буксует именно потому, что он оказался как модель экономически неэффективен. В перспективе, если 4 года назад мой прогноз все считали таким сумасбродным, сейчас все обсуждают перспективу создания нового союзного государства на базе российско-белорусского договора, и так будет. Нам-то над чем думать надо? Нам первое, нужно думать над тем, чтобы та часть Украины, которая оказалась сейчас вот в этом жертвой гибридных войн, жертвой аннексии, чтобы она была неконфликтно вписана в будущую архитектуру. Нужно учитывать, например, что непризнанные республики ДНР и ЛНР за этот год вели очень активную работу на межрегиональном уровне. Подписано соглашение, например, с Крымом. Я знаю, что были как минимум переговоры с регионами Российской Федерации, например, сотрудничество. И это какая-то новая формирующаяся реальность. Ее, и не учитывать ее, ну, было бы просто близоруко. Вопрос остается в другом. А какой будет формат отношений Украины и Российской Федерации в случае, если удастся и будет успешным вот этот первый этап миротворческого плана? Если мы, грубо говоря, восстановим правовое, гуманитарное, экономическое пространство, если у нас восстановится контроль над границей, какая будет договорная база? Как будут строиться отношения Украины с теми интеграционными образованиями, которые будут жить независимо от нашей истерики? Мы можем только перечувати, а вирішують не ми, а вирішують геополітичні гравці. Я еще хочу сказать, я не знаю, что будут решать большие игроки через 5-10 лет. Нам нужны свои собственные решения. Вообще, риторически, ну, пусть кого-то, может, уколет, 30 лет потрачено бестолку на реализацию идеи независимости, а до сих пор не решено то, что является условием и возможностью независимости самостоятельно. Доволі в том числе думка. Решений. Але ми якраз зараз повертаємося якраз від геополітики до геоісторії. В ці дні в Польщі згадують події початку минулого століття, коли країна втратила частину своїх територій, так звані креси Всходні. І мені було цікавим запитати у поляків, я зробив таке вуличне опитування, якраз з огляду на їхній історичний досвід, наскільки вони вірять у те, що Україна зможе через 5 років війни повернути Крим і Донбас. Давайте послухаємо польських громадян. Найважливіше, потрібно почати від волі людей. Це буде правильно. Тоді це зможе закінчитися згодою. Україна буде задоволена і не заробить собі ворогів навколо, а буде мати лише друзів. Для мене такий витвір, як українська держава, ніколи не існувала. І тільки з'явилася кілька десятків років тому. Україна ніколи не була державою, і приналежність тих чи інших земель до України є умовною. Тим більше, що значна частина території України – це колишні землі Речі Посполитої. І тут питання для мене – є чи Польща колись поверне собі ці землі? Очевидно, що так, і це повинно відбутися якнайшвидше. Не може бути так, аби агресор заходив і забирав частину території як свою. Потрібно повернути свою землю. Це моє переконання. Звичайно, не військовим, а дипломатичним шляхом. Треба просто застосовувати дипломатію. Поки буде мудрість у дипломатичних кроках Європи і Заходу, якщо Європа буде різко протидіяти Путіну, тиснути дипломатично на нього, абстрагуючись від власних інтересів. Повинен бути різкий дипломатичний тиск на Путіна санкціями чи якимось іншими діями.
Так, бо спотиками ще... Так, я маю надію, маю контакт з українськими пластунами, які зараз воюють там у вас в військовому стані. Найважливіше – це національна свобода і свобода людей. І вільна Україна важлива для Польщі. І ми маємо старанно утримувати наші держави вільними, такими, як вони були. Щоб кожен був щасливим, і ми жили в вільних державах. Не знаю, це залежить від настрою України та нової влади, нового президента. Була агресія, було захоплення землі, тепер все залежить від президента. Чи зможе він повернути ці землі? Яку відповідь він зможе дати на все це? Якби ви мали атомну бомбу, вас би боялися. Путін би боявся, що впаде бомба на Москву, але ви були практично беззбройні. Турчинов говорив, що на початку війни, під час атаки на Донбасі в Україні, було тільки 5-тисячне військо. Зараз маєте відновлену армію. І дякуючи всім добровольцям, маєте підтримку зі штатів. Україна має право на всі ці землі. Міжнародна громадськість не визнала анексію. І підтримала Україну. Те саме питання ми задали і українцям. І ось що ми почули. Увага на екран. Ключі знаходяться не у Києві, не у Брюсселі, а у Москві. Тому все залежить лише від міжнародного тиску на Москву, на Росію. І з даним президентом я не бачу, що це на найближчий час буде можливим. Це не буде можливим ближчим часом. І навіть якщо ми їх повернемо, і зокрема Донбас, то це будуть дуже дражливі території, проблемні, і повернути їх по-справжньому в сенсі оподаткування, соціальної підтримки, інтеграції, спільного освітнього простору чи там навіть простого порозуміння буде дуже важко. З Кримом складніше, з Донбасом, мабуть, і рештами територій є, ну, принаймні, в якійсь перспективі такі осяжні на сьогодні, а з Кримом все-таки важче буде. Думаю, що є шанси, і ми повернемо. Політика України ж проводиться таким образом, щоб ці території самі захотіли повернутися обратно в країну. Це дуже складно, тому що ми проігрываем інформаційну політику. І люди, які там, вони вже діти цих людей, які как бы воювали проти України, вони читають вже книжки по історії російські, учать в школі їх російському язику і так далі. Тобто реально це буде дуже складно. Но я вважаю, що якщо ми станемо економічно на ранг вище цих областей, то у нас буде шанс. Не дуже оптимістичні відповіді українців. Як бачите, самі українці не вірять в тому, не впевнені в тому, що скоро настане мир на Донбасі і Україна поверне свої території, а головне – своїх громадян. Яка ваша думка? Є оці всі настрої в Польщі і в Україні, оці всі аналогії. Яким чином можна було би оцей загальний тренд перебороти якимись певними діями всередині України, можливо, навіть з боку нас, журналістів, політологів в тому числі? Задача складна. Дров наваляли, нарубили. Смотрите, скільки... Я не хочу оцінювати услышане от поляків. Їм своє робити, нам своє. Но, наверное, мы любим свою страну, но как-то какой-то странной любовью. Война на Донбассе, где только ленивый не кричал о том, что это территория Украины, уже нанесла ущерб недрам, административным единицам, инфраструктуре такой, что многое может быть и невосстановимо. А экологи предупреждают, что если конфликт продлится через там, несколько лет, мы столкнемся с феноменом экологических беженцев. Уж воевать будет не за что. Потому что зараженные, разрушенные недра, закрытые шахты, плохая экология и потеря сотен тысяч уже гектаров вчера еще плодородной земли. Это мы так любим эту землю. И не только Донбасс. Посмотрите, что творится с Волынью и Подолом в Украине. Так любим, что вековые леса, которые еще недавно были гордостью старой Европы... Я, власне, с Галичиной я в курсе, как вырубили Карпаты. И все это в годы войны. А Закарпатье? Сколько у нас открыточек и красивых лубковых фотографий по поводу нашей Гаверлы. И это же происходит в этой стране в годы войны. І з криками о любві к своїй землі. До нового президента. Що новий президент може зробити, щоб досягнути миру? На вашу думку, дії президента Зеленського, які би мали бути?
Ну, прежде всего, я рассчитываю на то, что действительно он и его команда, ну, продемонстрировав добрую волю и продуманность действий, когда было обмена задержанных, считаю это действительно уникальным, положительным фактом, это проявление политической воли. Не только будут участниками будущих переговоров в нормандском и минском формате, но и приедут туда вот с развернутым планом практически конкретных решений, с готовностью их решать. Второй момент. Нужно активно включить в эту работу парламент. Убежден в этом, потому что парламентская дипломатия, связанная с межпарламентскими переговорами, согласованием законодательных актов, согласованием мероприятий на уровне территории, особенно учитывая, что нужно будет задействовать весь потенциал органов местного самоуправления, кстати, по обе стороны нынешнего конфликта. Это могут сделать депутаты. Вы посмотрите на состав. Ну, наверное, десяток-полтора только имен тех, кто, в общем-то, имеет опыт способность вести такую работу. А все остальные пока как будто... Пане Андрію, ви зачепили дуже таку болючу тему. Ми зараз не будемо мати час її обговорювати. Але те, що, скажімо, керовано з депутатської більшості, тобто з партії «З», «Слуг народу», делегація парламентської асамблеї Ради Європи, тобто українська делегація парламентської асамблеї Ради Європи відмовилась працювати на цій осінній сесії, це якраз і показує, що від президента теж багато не залежить. Все ж таки, який ваш прогноз і коли настане мир в Україні? От як вас, як політолога? Ну, прогноз – це вже не гадання. Я вважаю, що зараз є реальний історичний шанс, як ми говоримо, міжнародному значенні события, да, міжнародному значенні события. Осень 2019-го – это реальный исторический шанс все-таки повернуть историю и начать последовательный миротворческий процесс, где вопрос, собственно, военных действий, первая, может быть, самая кровавая, но, по большому счету, не самая сложная задача. А самая сложная задача – это восстановление общего гражданского социального пространства через деблокирование, через формирование правил общежития с особенностями самоуправления на Донбассе. Нам предстоит еще сложнейшая задача согласования, а какое будет административно-политическое устройство региона. Например, мало кто поднимает такой болезненный вопрос. Ведь старую Донецкую, старую Луганскую область это не восстановить. Даже если кто-то попытается сделать. А как быть теперь с этим новопоявившимся регионом? Он и правда... как некоторые предлагают, может быть объединенным. Мы спрашивали у галичан-дончан, хотят они быть объединенным Донбассом? Или они посчитают возможность создания новых образований, не знаю, автономных областей с новыми границами? А как с этим тогда быть? Дехто называется регион Новороссии. А то все, на вашу думку, Зеленский сможет вплинуть на цей процесс, який навіть там всередині між ДНР и ЛНР точится? Зеленский только рождается как политик. Пока еще он увлечен художественным жанром. И по большому счету Зеленского как политика, прагматичного, формулирующего четко цели, сопровождающего процесс, мы не знаем. Он у нас такой мерцающий президент. Ну, прагматичный Захід хіба його сприймає як серйозного політика? От зараз, дивлячись на кроки Заходу по відношенню до президента Зеленського? Не только прагматичный Запад, но и прагматичный Восток серьезно воспринимают начавшийся процесс глобальной трансформации и новой роли поколения, которое вот приходит в политику. Пусть это немножко выглядит как философствование, но ведь долгое время, и мы даже привыкли как к этому стилю, языку, в мировой политике, в национальных политиках, государство поколения, которое называют детьми и внуками Второй мировой войны. Они несли еще бремя морали и ответственности за то, что произошло в 20 веке. Они либо сами, либо по живым воспоминаниям и знаниям своих родителей переживали вот эту большую войну 20 века как личную трагедию. И вообще я связываю, например, Европейский Союз не в экономическом, а в таком гуманистическом измерении, как своеобразную плату за грехи больших войн. А сейчас везде приходит поколение, рожденное вот этим, назовем так, эпохой, как когда-то Фукуяма назвал, эпохой нереализованной свободы, да, вот, постчеловека, когда мир разбалован потребительским обществом и вдруг оказался в жесточайшем кризисе финансовом, потребительском, с новой нищетой. Это поколение образовано, амбициозно. Оно не сильно обременено историей старыми моральными обязательствами.
оно испытывает некий драйв вот своей успеха и смелости в целом ряде стран, в Канаде, во Франции, теперь в Украине, в Молдове, в Армении, к власти, на первую позицию, в правительство приходит вот эта молодая генерация. И мне кажется, к команде Зеленского и лично к Зеленскому в мире отношение такое же, как этим вот всем новым молодым лидерам. Это новый типаж, новый стиль. Они не похожи и не стандартны. Они более смелые в своих поступках. Кто-то, вот такие как Макрон, да, уже претендует на роль таких политических гуру. Они выступают с программными речами, такими длинными месседжами, резонансной речью перед дипломатами. Зеленский пока загадка, потому что он говорит по-писаному, но он прекрасно играет написанное. Пан Андрій, ну але ви погодитесь, що ви зачепили там Німеччину, наприклад, Франція. Ми знаємо, скільки мільйони людей, скільки між ними було воєн. Вони примирилися, вони зараз в Євросоюзі. Так само, от якісь такі на завершення програми, хотів би вас почути оптимістичний рецепт ймовірного припинення війни і примирення нас з індустріальною частиною Донецької та Луганської областей, як зараз називається ДНР. Считаю, что если Зеленский и его команда поддержат идею не только нового Донбасса, но и нового поколения для Донбасса, и вместо запуска по всей стране зеленого принтера будет искать партнеров, политических, общественных союзников, которые могут не разделять их взгляды в области экономики или политики, но выступать их партнерами. Это самый разумный шаг. Слуга народа пока ведет себя, как знаете, как кукушона, который всех выталкивает, но из-за этого и страдает. Огромное количество проходимцев, профанов, людей случайных, и это дискредитирует новую власть. Нужно думать о том, как создать более сложный политический альянс нового поколения, где должны быть разные, представляющие разные, но дружественные политические силы. А что касается Донбасса, да, Донбассу нужно показать, как мы видим будущее вместе. И нужно считаться с тем, что люди, пережившие там войну, с опаской, с предубеждениями, с обидами относятся и к старому режиму партии войны, но и к новому, который тоже не спешит с мирным планом. С этими людьми нужно говорить, с этими людьми нужно договориться о переходном периоде. Нужно доверять и уважать их желание и право какой-то автономии, какой-то дополнительной самостоятельности, как минимум в сфере экономики, культуры. Поглибленную децентрализацию. Поглибленную децентрализацию, да, потому что махать шашкой, что все одинаковые, слегка смуглявые, это, извините, потеря, а не приобретение. И еще один важный момент, риторический. Убежден, что вот Донбасс, война на Донбассе и миротворческий процесс – это своеобразный тест на нашу историческую зрелость и самостоятельность. Сейчас все чаще я слышу, да ну его, вот установим перемирие, пусть себе там живут, а мы им потом докажем. Это сепаратисты украинские так говорят. К сожалению, об этом заговорили даже еще вчерашние так называемые друзья Украины, демократы, которые говорят, это же… Но это же инфицирование Совком, это инфицирование русским миром. Послушайте, это тоже только сбоку. Люди Порошенко нас убеждали в том, что вариант малой Украины, вот без сепаров, без этой старой советской индустрии, так называемого Совка, Украина должна развиваться как некая вот такая вот европейская держава без этих довесков. А война как бы объясняла, почему невозможно жить с Востоком. А сейчас появляются новоявленные друзья, которые нам тоже объясняют, что да ну, это путинская ловушка, и лучше жить без нее. Так вот, утверждаю, что если украинская политическая элита и нынешний режим не справится с миротворческим процессом и посчитает, что пусть Донбасс живет какой-то отдельной жизнью за такой вот необъявленной границей, то следующий шаг – это дальнейший распад страны. Потому что это позиция слабой элиты, слабой страны. Сподіваємося, що якраз ця антиеліта, я її називаю, тобто українські сепаратисти. То, что мы слышим сейчас от наших соседей, они пока осторожничают в отношении польского мира, румынского мира, венгерского мира. Это будет следующее. И вовсе не потому, что с нами будут воевать. От слабых уходят к сильным. Ну, я зрозумів. Сподіваємося, що… А к сильным приходят слабые. Дякую. Ну, ми всі знаємо, що в світі немає, так то кажуть, союзників, а є тільки жертва і є мисливець. І раз ви спрашували, якщо ще є час, чуть-чуть. Ви спрашували, а що делать нам? А нам нужен менеджмент мира. І я зараз не о психологах, і не о соціологах, і не о коучах. Я говорю о том, що свою місію должен виплатити український і
сейчас за линией фронта. Донбасский бизнес, который в своих проектах восстановления шахт будет собирать новые трудовые коллективы. Это путь к миру. Местное самоуправление, которое будет, восстанавливая свои населенные пункты, собирать строительные бригады с разных регионов. И это путь к миру, потому что Что примиряет? Общая деятельность, общее будущее. Дякуємо. А для этого нам нужно работать. Нужно дякуємо, їх собирати, на такому оптимістичному завершенні. Язик этот вирамати. На такому оптимістичному завершенні я хотів би з вами попрощатися. Нагадаю, це була програма Prime Analytica і її ведучий Руслан Коцаба. До зустрічі.